Традиционно в феврале на территории Артемовского городского округа в рамках месячника защитника Отечества проходит мероприятие, посвященное выводу советских войск из Афганистана. По словам заведующего отделом по работе с детьми и молодежью администрации ОГО Натальи Лисовских, в 2019 году 15 февраля на территории всей Российской Федерации состоятся праздничные памятные мероприятия, приуроченные к 30-й годовщине вывода советских войск из афганской земли. Уважаемые жители Артемовского городского округа, приглашаю вас принять уже участие в торжественном мероприятии, которое пройдет 15 февраля в 12 часов около памятника участникам локальных конфликтов по адресу город Артемовский, остановка Ленина. Далее мы вас также приглашаем принять участие 15 февраля в торжественном мероприятии, посвященном 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, которое состоится во Дворце культуры «Энергетик» 15 февраля в 13:30. Мы ждем вас, уважаемые ветераны. По словам Натальи Лисовских, в рамках празднования 30-й годовщины на территории муниципалитета в течение месячника защитников Отечества, это с 1 февраля по 15 марта, во всех учреждениях культуры будут проходить торжественные и памятные мероприятия.